Готовим котлеты, как у мамы. По маминому рецепту. Для этого нам понадобилось 0,5 кило мяса. Мы его режем вот такими кусочками. Не сильно меленькими, не сильно крупными. Теперь мы берем 200 грамм лука. Вот режем. Сюда. И картофель. Картофеля 260. Ну, мы, может быть, возьмем поменьше. Посмотрим. Это, наверное, будет много. Вот такой фарш у нас получился. На 500 грамм мяса ушло 200 грамм картофеля. Даже можно сказать 250. И лука 200 грамм. Теперь это солим, перчим и формируем котлетки. Добавляем одно яйцо. Соль, перец по вкусу.
формируем котлеты привычным для нас способом. Ну и, конечно, жарим кому как удобно. Можно на гриле, можно в духовке, ну а можно на масле в сковороде. Всем приятного аппетита! Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Ну и до новых встреч! Всем пока!